Дом культуры – своеобразный центр жизни села. Здесь отмечают праздники и выпускные, проходят собрания и встречи. Поэтому облагораживанию сельских клубов уделяют большое внимание. К примеру, в Маинском районе обновляют сразу два учреждения. В селе Тагай здание Центра культуры и досуга не ремонтировалось с момента постройки – более 28 лет. К ремонту приступили в прошлом году. В 2019 году самое главное сделали кровлю, отмостки и отопление. И вот здесь уже мы почувствовали тепло. Не только в плане того, что изменены батареи, а то, что у нас и посещаемость увеличилась, к нам потянулись люди. В этом году предусмотрено 5 миллионов рублей на ремонт зрительного зала, закупку и установку кресел, одежды, сцены и аппаратуру. В порядок приводят и кабинеты, где проходят занятия по дополнительному образованию. А вот Дом культуры в Игнатовке уже принимает первых посетителей. В 96-летнем здании провели полную реставрацию. Заменили инженерные системы, кровлю, окна, полностью отремонтировали актовый зал, помещение первого этажа. Сотрудники учреждения попросили главу региона помочь доделать незавершенные работы, которые не были предусмотрены в проекте капремонта. Нам бы отремонтировать еще верхний фойе, лестничные клеточки и наше крыльцо. И крыльцо наше. В Доме культуры занимаются 14 творческих коллективов, среди которых «Ворожея» и «Хор ветеранов». Ремонтные работы проходят в рамках подпроекта «Местный дом культуры» партийного проекта «Культура малой родины». Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.